Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это воскресенье, 11 утра, и значит наша шоу-программа «Утро в большом городе». И наша команда Mix People приветствует вас. Итак, мы начинаем! Серега, боже, какой мужчина! Пора мне рожать сына! Ой, да ты видишь, Наташка, сколько себе мяса набрала в морозилку, не поместится. Решила себе жениха, что ли, найти? Нет, я решила, раз мы пришли в кинотеатр, пришла со своими двумя живыми Оскарами. И все правильно. Ведь не случайно мы собрались сегодня в кинотеатре. Потому что этот год, год кино, и буквально через несколько часов начнется кинопремия вручения Оскара. Точно. 88-я церемония вручения премии Оскар пройдет в ночь с 28 февраля на 29 2016 года. И это самая престижная, Миланочка, и главная кинонаграда. Паш, уже 88-я? Да. А я еще ни одной не видел. Ой, ладно, Милан, как у нас в России происходит? Заходишь с утра в интернет, смотришь, какой фильм занял премию «Оскар». Вот тебе и премия. Я, Серега, недавно такой фильм видела. Там такие спецэффекты. Там и героини вот такую грудь нарисовали. Как раз этого тебе не хватает. Да ладно, чтобы спину надорвать. Представляешь, сейчас уже нет мест для поцелуев в кинотеатрах. Зато теперь целуют в любые места. А это холостяцкий блокбастер. Итак, внимание на экран. Знаешь, мне сегодня приснился такой мужчина. И мне сегодня приснился такой мужчина. Я думаю, он получше твоего. Какие сильные! Ой, какие могучие! Давайте вы нас на ручках покатаете. Да без проблем. Ты готов? Готов. Ты видел меня по отчаянию? Меня лучше. Меня лучше. Нет меня. Что же такое делается, а? Чего вы творите? Идите лучше тренироваться, вас дома мужья ждут. Нельзя на минуту оставить. Ребята, идите ко мне. А это рубрика «Женихи Самары». И я ее ведущая Наталья Савина. И сегодня я знакомлю вас с завидными, целеустремленными, сильными, могучими ребятами. Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Евгений Сереженко. Мне 25 лет. Я ищу высокую, стройную, обаятельную девушку для создания в дальнейшем крепкой и дружной семьи. Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Евгений Аполлонов. Мне 25 лет. Я ищу красивую, стройную, спортивную, самодостаточную девушку для создания крепкой семьи. Желательно, чтобы наши интересы с ней по жизни совпадали. Чем люди больше и сильнее, тем они лучше и добрее. Очень хочется узнать, какое же у вас IQ. Что такое экстремальная мотивация? Ну, на мой взгляд, это когда висишь над пропастью и подтягиваешься столько, сколько нужно. Что делает атлет, когда ссорится с женой? Ну, наверное, идет на кухню и закручивает банки посильнее. Почему пчелы никогда не трогают гуляющих по пасеке бодибилдеров? Потому что они уже надутые.
Что же такое делается, а? Ну-ка, кыш отсюда! Кыш! У меня в кадре замужним девушкам не место! Ребят, хватит, наверное, уже тренироваться. Ой, а мы сейчас с вами поедем к провидице Татьяне. И она расскажет, какая же она девушка, которая должна быть рядом с вами. Жене номер один. Нужна утонченная, стройная девушка, ведущая здоровый образ жизни, нежная, добрая, для которой семья и дети – это самое важное в жизни. Жене номер два. Нужна веселая, активная, легкая на подъем, любящая спорт, шумные компании, девушка, которая самодостаточная, которая будет уважать стремления нашего жениха. И девушка должна уметь вкусно готовить и создавать уют. Милые дамы, кто узнал себя, действуйте. Уважаемые наши телезрители, это была рубрика «Женихи Самары» и я ее ведущая Наталья Савина. Если вам понравились наши холостяки, скорее пишите нам на почту, которая будет указана в титрах в конце передачи. Дорогие мужчины, а если вы хотите стать героем нашей программы, тоже пишите мне. Всегда ваша сваха Наташа. Пока-пока. Ну что, зачетные у меня женихи. Завидные. Так, ой, кто-то уже звонит. Алло, алло. Да, конечно, сейчас вам перезвонят. Всего доброго. Мальчишки, ну что, девчонки уже звонят, придется нам с вами расставаться. Пока-пока. Счастливо. Так, разрешите, разрешите. Так, я что-то, наверное, пропустил. Так, кто съел мой попкорн? Не я. Я ел. Слежу за фигурой. Так, пока я ходил, вы все съели, да? Нет, я не ела. Ну, чтобы вы разорались, как цыгане, самое главное в премии «Оскар» дадут ли ее Леонардо Ди Каприо? Что, у него ее нету? Нет, он каждый раз номинируется и каждый раз треском пролетает. Представляете, такая кинопремия «Оскар» и тут вручают приз Леонардо Ди Каприо. Ну, я уверена, если он получит эту роль, это будет самая лучшая, главная речь в его жизни. Представляешь, ему вручают главный приз, достается Леонардо Ди Каприо. И он такой вылазит из лошади и говорит: ну, наконец-то, про меня вспомнили. Ой, а я вот думаю, не дадут ему Оскара. Почему? Это же киноакадемия. Там все сплошные продюсеры и режиссеры. Да к тому же, если его наградят, у нас пропадет стимул смотреть. Вот. А так, он молодой, еще лет 15 поддержит интригу. А давайте ему поможем. Будем болеть за Леонардо Ди Каприо. Потому что соперники у него на самом деле очень серьезные. Я вообще не понимаю, что за глупости. Эту статуэтку Оскара можно купить в любом магазине сувениров. Действительно. Лучше давайте обратимся к нашей реальности и узнаем, что творится в нашей Самаре. Дина! Привет, ребят! Приветик! Дин, мы знаем, что ты занимаешься социальными экспериментами. А расскажи, пожалуйста, свои впечатления об этом. Ой, ребят, мы снимаем разные социальные эксперименты с участием актеров. У нас была беременная девушка, которой требуется помощь с тяжелыми сумками. У нас была девушка на костылях, которой также требовалась помощь. Но с каждым выпуском я, к сожалению, все больше разочаровываюсь в наших людях. К сожалению, на данный момент статистика неутешительная. Но я надеюсь, вернувшись на эту программу через некоторое время, мы все исправим. И, возможно, в следующем нашем выпуске именно вы окажетесь под прицелом скрытых камер. Будьте внимательнее друг к другу и к чужим делам. Будьте добрее, ребята. А сейчас внимание на экран. Мы вам это покажем. В
Всем доброе утро! С вами рубрика «Наша реальность». И мы начинаем. Представьте такую ситуацию. Человеку стало плохо на улице. И в этом выпуске мы расскажем, сколько потребуется времени жителям Самары, чтобы среагировать на происходящее. И сейчас мы познакомим вас с нашими актерами. И сегодня роль парня, которому стало плохо, исполнит Данила. Данил, ты готов? Да, я готов. Нет, все нормально. Вот я, да. А что вы стоите? Вас снимают? Да. А теперь проверим, сколько людей поможет пожилому мужчине в аналогичной ситуации. Александр, вы готовы? Конечно, готов. Попробуем. Отец. Чего ты новый? Вот такой. Да вот походу вообще уже сейчас. Пошли лучше. Мужчина. Мужчина, с вами все в порядке? Мужчина. Мужчина, может быть, я скорую вызову? Я вам скорую сейчас. Немножко не надо, это социальный эксперимент. Александр, каковы вам результаты эксперимента? Антон, вы знаете, вот такую ситуацию с больным человеком мне не понравилось, что столько людей прошло мимо и мало кто оказал помощи. Мне страшно за это поколение людей и обидно. Подведем итоги. За время нашего эксперимента молодому парню помогли 2 человека. Мимо прошли 14. Мимо пожилого мужчины прошло 22 человека. Остановился только один. Но нашлись еще и те, у кого возникла мысль ограбить буквально умирающего на их глазах пенсионера. Будьте добрее. Помогайте людям. Ведь каждый из нас может оказаться в подобной ситуации. С вами была рубрика «Наша реальность». Увидимся в следующее воскресенье в программе «Утро в большом городе». До новых встреч. Вообще есть новость. Леонардо Ди Каприо заплатил 95 тысяч долларов за экстремальный тур по Монголии. Серьезно, он целый месяц на эти деньги будет по Монголии ездить. 95 тысяч долларов? Месяц ездить по Монголии? Так потом 5 лет Монголия на эти деньги будет гулять и жить! Ведь мы знаем эту страну. Она на эти деньги может нехилую армию собрать. И потом захватить пол Европы. Лео, что ты делаешь? Почему именно в Монголию? Почему на эти деньги не поехать, скажем, в Брянск? На эти деньги он может вообще купить весь Брянск. А еще он будет сниматься в фильме, описывающий события 1917 года самой революции. И кого он, думаете, будет играть? Самого Ленина! Серьезно? Конечно, самого Ленина будет играть Ди Каприо. Отлично, я уже вижу эти кадры из фильма, где Леонардо стоит на носу своего броневика, раскинув руки, и перед ним сам, ну, не знаю, Троцкий, который говорит: смотрите, Владимир Ильич, я лечу. Прекрасно. А пока давайте захватим зимний. Давайте. Или в своей каюте крейсера «Авроры» он будет рисовать обнаженного Сталина с огромным бриллиантом на груди. А Сталин такой говорит: Владимир Ильич, я не представляю, как Лео будет вживаться в эту роль. Как? Мавзолей часами будет смотреть на вождя. Прям как я на экстрасенса. Внимание на экран.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это передача «Утро в большом городе» и наша рубрика «Экстрасенсы». И сегодня наш звездный гость в студии – эксперт экстрасенс из Азербайджана Этибар. Здравствуйте, Этибар! Этибар, скажите, пожалуйста, как и когда вы поняли, что вы обладаете экстрасенсорными способностями? Меня зовут Этибар Насибов. Когда мне было 14 лет, в 1994 году, я почувствовал, что со мной происходит нечто необычное. В мае этого же года, сидя дома и делая домашние задания, мне стало очень плохо, и я упал на пол без сознания. Мои родители, увидев эту историю, сразу обратились к врачу. После обследования врачи никаких болезней не нашли, но такие ситуации стали повторяться. Как-то раз я пришел со школы, и мне стало опять очень плохо. Я снова потерял сознание, и когда очнулся, мне сказали: «У тебя была клиническая смерть, и ты 40 дней спал». После этого меня повели к одной знахарке. Она сказала, что у меня необычная сила, и что эта сила – ясновидение. Через некоторое время, после сеанса, ко мне стали приходить видения, и эти видения меня не обманывали. Впервые я предсказал своей матери. Я сказал, что отец придет с работы и купит яблоки, уточнил их количество и цвет. Я сказал, что он принесет 32 яблока, из них 4 белых и остальные красные. Когда отец зашел в квартиру, моя мама посчитала яблоки, и все, что я предсказывал, оказалось правдой. После этого я начал все лучше видеть и предсказывать. Этибар, люди, наверное, к вам часто обращаются с различными вопросами, как к специалисту. Скажите, пожалуйста, а по каким вопросам вы принимаете вообще людей? Очень интересный вопрос вы мне задали. Ко мне приходят в основном с такими вопросами, как очиститься от порчи, открыть дорогу в жизни, изгнать из дома духов умерших, как вытащить дух из человека, найти потерявшихся или пропавших, узнать, жив ли человек или мертв. Приходят те, у кого трудности на работе, у кого тяжелые заболевания. С этими и многими другими проблемами обращаются ко мне. Этибар, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему люди стали чаще в последнее время обращаться к экстрасенсам за помощью? Касаясь этого вопроса, я хочу сказать, что на данный момент у всех одни и те же проблемы. Это болезни, порчи, плохая аура, плохие отношения в семье и так далее. Мы, экстрасенсы, отличаемся от людей других профессий, учителей, врачей. Отличаемся мы тем, что к нам приходят с абсолютно разными вопросами, и с Божьей помощью мы помогаем им в решении их проблем. Этибар, сейчас задам вопрос, который интересует очень многих россиян. В нашей стране очень нестабильная в данный момент экономическая ситуация. И вот скажите, пожалуйста, надолго ли она затянется? Какие пути развития и чего вообще нам, россиянам, дальше ждать? Спасибо за этот интересный вопрос. Пока еще будет кризис и инфляция в России. Но до лета 2020 года все образуется. Россия поднимется, и все будет хорошо. Благодарю вас, Этибар, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Увидимся в следующее воскресенье. За помощью к экстрасенсу Этибару Насибову вы можете обращаться по телефону в Самаре 972-59-29, 972-59-29. Сереж, о чем все разговариваем об этих иностранных звездах? Да не знаю. А Леонард Ди Каприо каком-то, как будто у нас своих нет. Ну, есть, конечно. Знаешь, одна есть звезда такая, я так ее люблю. Кто? Недавно я плавала на теплоходе в круиз, и там ее встретила. И кто же это? Неужели наш эксперт по туризму Виолетта Дубинина? И ее тоже. И сегодня я пригласила их в студию. Давай! Встречайте! Привет, привет. Доброе утро. Ой, дыхание у меня перехватило. Виолетта, и часто у вас такие звезды на теплоходах? Ну, не часто, сами понимаете, звезда ведь. Иногда отдыхает у нас, иногда работает. Так сказать, совмещает приятное с полезным.
Ну и у такой персоны, как нашей звезды, хочется спросить, как вам вообще наш отечественный туризм? Замечательно, ты же знаешь, я молодая мать. Далеко от дома не могу уезжать. А там у них и скидки пенсионерам, и детям. Отлично, я думаю, что это отличный вариант. Вы знаете, уважаемая звезда, вот читал, смотрел, тоже очень вас люблю. Слышал, что похудели вы так килограмм на 20. Но увидев... Фотошоп. Но увидев вас, что-то как-то показалось. Я сидела на диете, это действительно правда. Часа три сидела на этом теплоходе. Там такая кухня вкусная, там все готовят великолепно. Там есть и русская, украинская, итальянская, но на любой вкус, но невозможно устоять. Виолет, что-то я уже побаиваюсь, то есть это навредит фигуре? Да нет, что вы, наш шеф-повар специально разработал диетическое меню. Более того, есть тематические круизы, в которых можно и постройнеть, и, так сказать, приобрести бодрость духа, и здоровый, красивый вид и формы. Отлично. Звезда, скажите, ну какие вечеринки, так как я уж думаю, вы любите светские рауты, тусовки, какие же вечеринки вы любите в круизах? Все. Особенно все с молодыми вечеринки. Мальчиками, нет? Дискотеку особенно. Дискотеку тоже люблю, но уже, к сожалению, могу тряхнуть стариной, но большой он отвалится. Там столько моих коллег. Все там отдыхают. Лица наша знаменитая и хуторянка, подруга моя голодная. Виолет, ну а что ты пожелаешь вообще любителям круизного отдыха? Уважаемые телезрители, мы приглашаем вас отправиться в круизы по-новому. Как это по-новому? В новом формате. Со мной? 3D. Ну и что же наша любимая звезда пожелает всем телезрителям и любителям круизного отдыха? Что желать? Я лучше спою. Если бы не я, не я, не я, не была в тебя, 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 не была в тебя такого, как сейчас, счастливого такого. Если бы не ты, не ты, не ты, не была б меня, 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 не была бы я такая, как сейчас, красивая такая. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой в книжках ты читал когда-то. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой в книжках ты читал когда-то. Ля, 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 ля. Эксперт по туризму Виолетта Дубинина. За бесплатные консультации звоните по телефону 332-75-55, 332-75-55. Так, интересно, куда же делся мой микс People? Так, вроде Оскар, вроде не 1 апреля. Я понял, дорогие телезрители, сегодня вас ждет грандиозный сюрприз. Все исчезли. И я знаю, кто это сделал. Настоящий маг, кудесник, экстрасенс. Вот как хотите угодно его называйте. Звезда телеканала ТНТ Сафронов Сергей. Смотрим внимательно на экран. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это передача «Утро в большом городе». И наш звездный гость, великий маг,
иллюзионист и немножко экстрасенс Сергей Сафронов. Ну, с экстрасенсом вы, конечно, погорячились. Ну, ладно. Но я думаю, после того, как, посмотрев вас во всех сезонах «Битвы экстрасенсов», я думаю, что вы уже должны не хуже Джулии Ванг откусывать всем головы. Ой, я на самом деле, если уж говорить про экстрасенсорику, то я больше люблю не откусывать головы, а больше люблю людям дарить надежду и веру в чудо, веру в себя. Вот то, что мы делаем на сцене, наше шоу, оно заставляет людей, пускай на 1.5-2 часа, но забыть про обыденные какие-то негативные вещи и погрузиться в мир сказку, в мир своих фантазий. Наш зритель, который приходит к нам на шоу, он уже понимает, что здесь не будет никакой магии, здесь не будет никакой экстрасенсорики, здесь будет волшебство, чудо, сказка. Сказка. Да. Вот очень известный такой трюк, фокус, когда распиливают женщину. Да. Да, очень мне хотелось узнать. Вот ты знаешь, у меня есть женщина, которая пилит меня, и я бы хотел ее распилить. Это моя теща. Вот если фокус не удался, что делать? Радоваться. Радоваться? Не удался-то с тещей, значит, надо радоваться. Ты же это и хотел здесь сделать. Да, Сереж, а еще такой, смотри, вопрос. Вот много очень таких трюков известных показали. То есть молодцы, да, делайте. Я думаю, не только в России супершоу, да, это ценится еще как-то. А в международном формате хотелось бы узнать, а есть какой-то фокус, ну, о котором бы вы просто мечтали сделать его, но не позволяют какие-то технические возможности? Мы сделали номер, посвященный Алисе в «Стране чудес». Вот в том году Алисе исполнилось 150 лет этой сказки. Мы решили в честь этого события сделать, значит, такой номер про Алису. Угу. И, например, одна из таких мечт – это... Нам удалось сделать исчезновение статуи «Родина-мать» в Киеве, причем мы это сделали днем, Копперфильд сделал ночью, а мы сделали днем. Сегодня, кстати, вы увидите видеофрагмент этого трюка, и этот номер, этот фокус мы посвятили Дэвиду Копперфилду, нашему учителю, человеку, который привил нам любовь к этому жанру. Сереж, еще такой вопрос. Вот всем интересно посмотреть за кулисы, как же делаются фокусы, как же обманываете народ, да? Вот бывали, что вот фокус просто вот не получается, а надо как-то выкручиваться, я не знаю, что-то прикрыть, что-то такое сделать, ну, незатейливое, прямо на сцене, прямо здесь, сейчас. Были форс-мажоры? Были форс-мажоры, но о них никто никогда не знает, потому что никто... Ведь фокус, в чем его престиж, в чем его, вот, скажем так... не похожесть на любой другой жанр, потому что никто не знает, чем он закончится. Угу. Никто не знает, что ожидать в следующую секунду. Поэтому, если вдруг что-то не получилось, где-то что-то не раскрылось или, наоборот, раскрылось, зритель не понимает, так и должно было быть или что-то пошло не так. А тут уже как ты актерски отыграешь. Если ты будешь мух отгонять от страха, то это, конечно, все увидит. А если ты красиво улыбнешься и сделаешь алле-ап, то зритель: «А, круто, блин, так и должно было быть». Вот ты смотри, как они сделали. Скажи, пожалуйста, вот «Битва экстрасенсов». Очень много споров. Ну, я сам работаю с экстрасенсами, да. Привожу их на мастер-классы, на семинары, очень много спорят, говорят, шоу это или не шоу. Вот ты как главный скептик этого телепроекта. Как тебе с ними? Тяжело, потому что я понимаю, что каждый экстрасенс — это свой характер. Это свой характер, как он проявляется, в какой ипостаси, что многое вырезается, да, что многое не показывается. Все равно есть какие-то передряги. Бывают очень тяжелые экстрасенсы. Или как-то со всеми находишь общий язык, как с обычными людьми. У меня есть друзья экстрасенсы, но они стали друзьями только после шоу. Например, там Мехди Ибрагим и Вафа. Мы много лет с ним дружим, он был победителем 3-го сезона. То есть, представляете, сколько лет уже мы с ним вместе дружим. Да. Потом там Фатима Хадоева, мы с ней сдружились после, хотя мы на проекте друг другу, скажем так, я не верю, а она, не верь. А потом, когда мы с ней встретились на проекте «Остров», на необитаемом острове нас забросили, последнего героя. Вот, конечно, там мы с ней сблизились, там мы узнали друг друга. И я понимаю, что все они на самом деле хорошие люди. Что, может быть, каждый из них себя на этом проекте реализует вот в таком образе. Или может быть, здесь... Ну, я просто вижу, когда, вот, например, камера выключается, я вижу их ироничную улыбку над ситуацией. Я вижу их внимание и сострадание к героям. То есть они на самом деле все люди. Просто некоторых из них переклинивают. А поскольку у меня режиссерское и актерское образование, я вижу, где меня обманывают, где переигрывают, а где недоигрывают. Поэтому
К таким я людям отношусь, но также и также несерьезно. А те, кто приходят как вот такие, какие они есть, вот не случайно там тот же Копперфилд сказал, что порой впечатляет не фокус, а личность, которая его показывает. Поэтому, например, вот такие экстрасенсы, как Александр Литвин, там даже Фатима, тоже там Леша Пахал, то есть все они, в принципе, ну, мне кажется, талантливые люди, одаренные, скажем так, одаренные. И поскольку они занимаются и лечением судеб людей, я считаю, что самое главное — это не навредить. Здесь тот же самый постулат, как и у врачей. Сереж, а ты сможешь показать для наших зрителей какой-то мастер-класс? Вот специально для ваших зрителей и для всех зрителей, которые сегодня соберутся в зале, мы на сцене покажем мастер-класс. Смотрите. Что-то несколько хороших слов пожелай самарским зрителям. С большим удовольствием. Нас часто спрашивают, что такое чудо. И кажется, мы нашли ответ на этот вопрос. Чудо – это добро. Потому что сегодня добро происходит настолько редко, что сравнимо с чудом. Поэтому я желаю вам всем творите добро, и мир станет по-настоящему волшебным. Уважаемые наши любимые телезрители! От лица программы «Утро в большом городе» хочу обратиться к вам. Вот этот настоящий позолоченный «Оскар» сегодня достанется, угадайте, кому? Я думаю, Сереж, что этот «Оскар» достанется нашим любимым телезрителям, которые смотрят нашу замечательную программу «Утро в большом городе». И не только смотрят, а еще активно участвуют и пишут нам на почту, отвечая на вопрос. А вопрос будет следующий. Кто в этом году получит главную статуэтку в номинации «Лучший фильм года»? Пишите нам на почту, которая будет в титрах в конце программы. Мы вас любим! Пока-пока! Пишите нам на почту mixpeople@mail.ru или ищите нашу группу ВКонтакте «Утро в большом городе». Хочешь креативный подход к своей рекламной кампании? Звони по телефону 972-36-8, 972-36-8. Шоумен Сергей Тюпаев представляет мероприятие любого уровня. Стильно, весело, эпатажно. Стиль. Стиль. Вся информация на сайте sergeytupaev.rf.